Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Первая жена Максима Виторгана была старше на 9 лет, как она выглядит в 56. Виктория Верберг является российской театральной киноактрисой. Зрители впечатлены ее глубокой и яркой игрой на сцене и на экране. Артистка сумела создать колоритные, надолго запоминающиеся образы, которые отмечены индивидуальностью. В ее активе много комедийных и драматических ролей. Виктория органично вписывается и в проекты, имеющие исторический контекст, и в те, что имеют отношение к современным реалиям. Виктория родилась в столице нашей родины в 1963 году. Ее родители не имели никакого отношения к искусству. Арнольд Яковлевич, ее отец, в молодые годы был летчиком. После того, как распался СССР, он занялся бизнесом. Галина Георгиевна, ее мама, трудилась на предприятии, которое занималось выпуском оборудования для космоса. Что же касается Вики, то она интересовалась театром еще с юных лет и мечтала стать артисткой. Девушка не привыкла делать тайну из собственной личной жизни и рассказывает о ней, давая интервью. Ее избранником не когда явился Максим Виторган. Разница в возрасте молодых людей в 9 лет их не смутила, и Виктория стала первой женой актера. Познакомились они на заре 90-х, когда оба служили в московском ТЮЗе. Тогда в своей квартире Виктория затеяла ремонт, и ей была необходима мужская помощь. После того, как Максим ее предложил, у них с Викторией завязалось тесное общение, а вскоре они поселились на одной жилплощади. Виктория страстно влюбилась в Виторгана-младшего, которого назвала высоким зеленоглазым красавцем. Когда актриса ждала ребенка, у нее почему-то была твердая уверенность в том, что ее первенец будет мальчиком. Его Верберг хотела назвать Филиппом. Однако в 1996 году родилась девочка, которую назвали Полиной, а в 2000-м на свет появился долгожданный сын, но уже с новым именем Даниил. С течением времени отношения супругов лишились былого огня, и у них созрело обоюдное решение о расставании. Но после этого Виктория и Максим сохранили хорошие отношения. Они сделали все, чтобы не наносить психологических травм детям. Затем Максим обзавелся новой семьей, вступив во второй брак, а Виктория предпочла свободу. В этом году на киноэкранах появилось несколько картин, где снималась Виктория Верберг. Один из этих фильмов – сериал «Магомаев», где она сыграла роль главбуха Носовой. Другая роль – это колоритный завуч в ленте «Лед-2». Сейчас Виктория Арнольдовна принимает участие в очередных проектах. Новости о них она сообщает своим фолловерам на странице в Инстаграме. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.